И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Vive Time Plus – шифровая современная лаборатория, к которому может пройти более 14 тысяч различных исследований. Шанты работают ежедневно. Это удобная возможность сдать необходимый анализ, не выходя из дома, так как лаборатория предоставляет данную услугу. Все исследования имеют полную достоверность, поддерживаются всеми необходимыми контролями качества. Лаборатория работает только медсестры с большим опытом работы, которые проводят обучение по жибову биоматериала. Стоимость исследований уже включает в себя все необходимые услуги, такие как выезд и жибов биоматериала. И по моему промокоду вы получите скидку 20% на любой анализ. Лаборатория находится только в двух городах. Это Москва и Санкт-Петербург. И промокод действует только в этих городах. Естественно, сам промокод действует до 30 ноября. Так что успевайте воспользоваться, если хотите ждать анализы. Ссылку и промокод я оставил в описании под видео. Всем привет, с вами снова я, Мак Фалкон. И сегодня я смотрю бой, который придет 26 ноября. А именно поединок между Павлом Сидягином и Айзеком Черлембой. Шанс, на мой взгляд, шат нашел к позже Павла. Я рушу на эту победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также, подтвердившись, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Ссыпайте в группу канала ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляшу. И первым нашему вниманию представляется Павел Сидягин. 8 боев, 8 побед, 4 с нокаутом и ни одного положения. А вот и его оппонент. Айзек, золотой мальчик Черлембо. 36 боев, 26 побед, 10 с нокаутом, 7 положений и 3 ничьи. Саша Рефер наполнил большое правило, и мы начнем. Первый раунд. Погнали. Попадает Павел. Черлембо отвечает, это смен. Клинч. Неплохо. Попадает Павел. Атакует Айзек. Попал сейчас Черлембо. Неплохо. Крылыныч. Куда это мы ловишь? Мимо. Включает Павел. Атакует. Включает Черлембо своего визави. Неплохо попадает сейчас Айзек. Вашмен. Неплохо. Черлембо мажет. Попадает Айзек. Мимо. Оба. Попадает
Замахивает Шапайл. Не ПВО. Сейчас попал Щерлягин. Снова опережает Павел Шоу Вижеви. Попадает Айзек. Мимо. Первый раунд завершен, и он за Павлом. 10-9 Силаген впереди. Поточнее он был сейчас его оппонентом. Неплохо контролил. Это изначально больше должен был даваться чуть пораньше. И должен был даваться 12-13 ноября. Listen to me. Do you want this fight? And you gotta stay busy out there. You are losing this fight because you're not throwing any punches out there. Don't worry. И у нас раунд номер два. Here we go. Round two is underway. Рашмен. Атакует сейчас маловийский боксер. Павел попадает. Мимо оба. Попадает Черлемба. Мимо. Крылинич. Рашмен. Right. Мимо. Рашмен. Попадает Айзек. Челягин отвечает. Рашмен. Мимо. Попадает Черлемба. He blocks the shot, comes right back with one of his own. Able to show his blocking ability. I pull out the power. He's doing a really good job here of being patient. And patient with a good reason, Teddy. You can tell he's got a counterpuncher mentality. What's the key to being a counterpuncher? Мимо. Черлемба точен. Неплохо. You have to get your opponent to do to help you, because this doesn't work just on you. It's not like the front end where you create it. It's a little help from your opponent. He's got to come in. Мимо. You got to draw him in to throw a punch, so you can make a miss, and then you have the alleyway to land something. Keep working the body. И второй раунд за маловейским боксером. Счет смешным раундом 19-19. Но пока что, наверное, Челем будет самым таким сильным оппонентом Павла. Такая очень хорошая поверка. И будем надеяться, что он что-нибудь справится. Jabs. When he throws a jab, you parry it away and you'll...
И у нас раунд номер 3. Атакует Павел. Челем вычищает. Вашемен. Попадает Павел. Крылинич. Вашемен. Мимо. Да, Чилагин. Мимо. Able to block that away. It was targeted for his head. Вдает Айжек. Неплохо попадает Челемба. Пока что Айзек идет в атаку. Павел работает вторым номером. Попадает Челягин. Мимо. Снова попадает Айзек. Мимо. Попадает Павел. Мимо. Атакует Чилем. Павел вычищает. Мимо. Попадает Айзек. Мимо. И третий раунд все-таки мини-майна же Айзека. Счет 29-28 в его пользу. А у Невча нашли еще 327 хуже Павла. И у нас вал номер 4. Челемба отвечает. Выдает снова Айзек. Неплохо. Точен и Челемба. Мимо. О, помахи лучше. Попадает сейчас Чилемба. Клинч.
flinches when he gets to the inside. В атаке Айзек, но все приходит в блок. Попадает Павел. Мимо. Попадает снова Шелягин. Айзек отвечает. Неплохо. Попадает снова Челемба. Неплохо попадает Павел. Мимо. Getting rid of that punch from his opponent. Well blocked by Golden. Атакует Шелягин. Шелягин отвечает. 10 seconds remaining in this round. Ошмен. И четвертый раунд уже нашим боксером. Счет снова с нашим раундом. 38-38. Увлекательное противостояние. Тактическая борьба. You are dominating this fight. Keep it up. Just keep doing what you're doing. И у нас раунд номер 5. Number 5 has arrived. Golden's coming off a very Мимо. Determined 3 moments that was quite impressive. In fact, I think he's got a chance to Ошмен. Get right back in this fight, Teddy. Well, Joe, I tell you what, I'll go one step better. He's right back in this fight. All he has to do is keep that attitude and keep that same kind of round. Teddy, what would you recommend based on what Over. Well, two aspirin and then, oh no, actually, I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. Oh, помахи лучше. Попадает Челемба. Челягин отвечает. Неплохо. Мимо. Помогнул сейчас Павел. Выкопил кого-то было. Мимо. Атакует по-прежнему Айзек. Точен Челягин. Но Павел поточнее. Пока что Челяму больше попадает по бывок нашего боксера. Мимо оба. Помахивается Айзек. Попадает Челемба. Мимо. Помахивается Айзек. Крылыч. Мимо. Мимо бьет Айзек.
Челягин попадает. Вашмен. Мимо. И пятый раунд, все-таки минимально же мы весь мы бэкшоу. 48-47, Чилиан мы ведет в счете. My thoughts being this, I would really be surprised if we go to a decision here. It just has that kind of feel to it. Yeah, it has a feel to me like going to one of those places where you can eat all the pasta you can for one price, you know? And some guys get carried away. They eat about five bowls. Well, these guys, they're going to have a stomachache at the end. Somebody is going to wind up not standing at the end. No doubt about it. You lose in this fight. You need to throw and land a big shot and knock this guy out. И у нас вал номер 6. Мимо. Попадает Павел. Айзек отвечает. Апперкот. Doesn't seem the route to go here in this fight, Teddy. No, he has to be honest with himself and see that. But you know, people are under pressure in all walks of life. Чилимба. Especially you see it right away. You kind of peek at it right away. It's obvious. Мимо. Maybe he doesn't want to see what he has to see because then he would have to discipline himself. He's not ready to do that. Then he would have to make the change. Maybe he just wants to leave it this way. At the end of the day, people are gonna say, "Oh, that guy fought kind of fight that hard to fight." You know, and he has an excuse. Maybe that's what's going on right now. Павел Точин. Вашмен. Вашмен снова. Reaching the halfway point of round number six. Снова. Вашмен был. Апперкот. Мимо. Вашмен. I like this kind of defense, Teddy. I like this kind of guy that just says, go ahead, think you can try to hit me up. Отойдемся, Павел, своего визави. Very good movement, very good vision. He sees everything to do this. Мимо. Very calm. He's very calm, he's very in control. Клинч. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Попадает Айзек. Мимо. Помахивается Айзек, а вал он же ушел. И он все-таки за Челягином. После первого полинобоя счет вал 57-57. Посмотрим, что же будет во второй половине боя. И у нас вал номер 7. Пошел в атаку. Маловицкий бэк-шоу. Мимо. Апперкот.
Мимо. Вдает Чилумба. Павел пока что почивничает в этом раунде. Мимо оба. Неплохо попадает Айзек. Лошмен. Выдает по-прежнему Черлемба. Пошмен. Вот вам улика неплох. Мало видишь. Неплохо. Апперкот от справа. Well, you got to make believe you're a football player. You got to make believe you're a linebacker in football. You go down the line with that running back. That Павел. Following around the place. You make sure you move laterally. That's exactly Мимо. What he's got to do. He's got to cut that ring down. Take space away. И седьмой раунд, Чилумба забивает себе в копилку. Счет становится 67-66 в его пользу. Очень близкий поединок. А он сожрет счет всего лишь 69-64 в пользу Силаген. Да, Айзек дает весьма неплохой бой. Попадает Чилумба. Павел отвечает. Мимо. Неплохо. Here's something that's a key factor now, and that is his ability to simply defend himself. He's doing a wonderful job at it. Yeah, he is, and that gives him the ability Мимо. To always be fresh and confident round after round since he's not taking a lot of punishment. Вдает Айзек. Неплохо. Клинч. Мимо. Попадает Павел. Whoa!
Точно, Шерлягин. А то в год. Похоже, Шерль упал. Мимо. И ну что, устал уже Айжик. Павел уже все выжидает. Мимо. Неплохо. Куда это? Шерлягин. Поклов шплю в файл. Мимо. И в основном все-таки минимально запал. Все снова с Шаваном. 76-76. Keep doing what you're doing. Keep the jab pumping and throw the lead right hand, all right? And you are winning this fight. There you go. И у нас уже вал номер 9. As another round gets underway, it gets us thinking how much more of this will we see. Мимо оба. Попадает Павел. Мимо. Точно снова Павел. Мимо. Сукот. Отмежается от Шерлям Башевого Вежеви. Рошмен. Оба мимо. Попадает Павел. Неплохо. Рошмен. Мимо, брат. Айзек. Мимо. Оба помахи лучше. Мимо. Дает Павел. Неплохо. Да, Чилемба. Мимо. Final chance, last 10 seconds of round 9. И
9-го также за Паулом. 86, 85 Шелегин впереди. И нас ждут чемпионские раунды. Sometimes these judges, they do tell you things differently. Hopefully that's not the case. Well, he's up way on the punch stats. I know he's ahead on your scorecard, and you can just tell everything that's happening in the ring, he's in control. You're losing this fight. You gotta pick it up, you hear me? You gotta pick it up. You don't have to slug it out with him. You gonna tire yourself out. Now pick your shots, champ. Take your time. И у нас вал номер 10. Another round underway, but how many more will we see? You get the sense this fight could be heading towards a stoppage. Мимо. That's what I like to see. That's my man. Keep fighting, baby. Tucks those elbows in, blocks the body shot. Come on, punch, punch, punch. Выдает Килимба. Plus, he landed that counter punch. Yeah, and he forced him to punch. He made him, he drew it out of him, and then he timed him beautifully. Мимо. Ушмен. Томахи лучше Айзек. Мимо. Да, Чилемба. Мимо. Попадает снова Павел. Мимо. And we've reached the halfway point of round 10. Попадает Чилегин. Мимо бьет Чилемба. Мимо. Да, отправил снова. Ушмен. Мимо. О, помахи лучше. Ушмен. Мимо. И 10-й раунд за Чилагином. Сейчас у нас 96-94 в его пользу. А уже сейчас вообще 99-90 уже пало. И у нас вал номер 11. Ушмен. Клинч. Мимо. Помахивается Чилемба.
block. Мимо. Many times we talk about the fact that, hey, at least he's throwing punches, but that's all you can say in this case, because he's not landing many of these. No, they're being blocked or they're missing. They're definitely not landing clean, and you have to give credit to the other fighter being that good defensively. Nice work, nice work. Ваш мен. Мимо. Halfway through this 11th round. Попадает. Чирлягин. Мимо. Да, Чирлягин. Мимо. Open mic лучше. Мимо. Помахи лучше. Чилембо. Файл точен. И 11 раунд за Чирлягина. Все, что лучше, что 6, что ты в его пользу перед финальным раундом. Well, I can't imagine. You know, I had my spies in there, and they were telling me that they took a page out of the training book of the great Rocky Marciano. They went into the swimming pools during the day, and they were doing punching for a half an hour underwater. That is one of the reasons you're seeing the results you're seeing tonight. You have to let them go, or you're gonna lose this fight. Just relax. И у нас заключительный раунд. Final round of this scheduled 12 round. Keeping his hands up, getting rid of his opponent's offense. Ваш мен. Мимо. Попадает Павел и подключен Чирлямба. Вот это да. Пытает что-то бить Чирлягин. Снова подает Павел. That got dropped in a round, and he wasn't doing real good up to that point. After that, he fought better. He boxed better, he fought better defensively, and when the fight was over, I said, good job. You know, he whispered to me. He whispered, did I get knocked out? Yeah, he did. Мимо. He didn't know what had happened. I realized then, he was fighting on instinct for the rest of the night. Amazing story. Снова ваш мен. Дает Чирлямба. Снова точен Айжек. Но видно, сил у Мависа сразу не так уж и много. Попадает Павел. Gets rid of that. It was intended for his head. Come on, punch, punch. Мимо. Golden showing that he's got some defense of his own. He got away from that punch. Just like that. Just like that. Final minute of the final round. Попадает снова Павел. Able to get rid of that one. Let him go.
И снова Тоттен Чиндаген и поражен Чилембо. А у нашего времени пошла последняя минута поединка. Клинч. Отвечает Айзек. Снова ударит Чилаген. Мимо. Рашмен. Мимо. Все 16-12 Чилаген. Ждем судейского решения. Yeah, this is one you would think there's no drama in the reading of the scorecards. Let's hear those scorecards and send it up to the ring. И судейским решением победу одерживает Павел Чилаген. Единственное решение, счет 20-196 и 118-7. Ну, маловато раунд, конечно, отдали Айзеку, один сюда отдал 4-й и 7-й раунд. И основные двое чисто 7-й раунд, основные раунды уже пау, причем на 60-го отдавались 10-8. Что ж, давайте обратимся к статистике. Чилаген по 184 удара из 454 выброшенных. Чилаген 261 из 799. Упал 78 из 232 в голову и 66 из 222 в корпус. У его визави 67 из 272 в голову и 194 из 527 в корпус. По раундам. Первый 18-24, второй 18-28, третий 16-21, четвертый 12-15, пятый 17-22, шестой 14-23, седьмой 12-28, восьмой 17-25, девятый 16-23, 10, 14, 16, 11, 11, 19 и финальный 19, 17. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Но по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем пока!